Оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Владивостоку пресекли деятельность подпольного казино в дальневосточной столице. В ходе оперативно-розысканных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по городу Владивостоку обнаружили признаки незаконных организаций и проведения азартных игр вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Группа лиц организовала проведение азартных игр в помещениях, расположенных на втором этаже административного здания на улице Русская. Работа подпольного игорного заведения шла в круглосуточном режиме. Установлено, что в среднем нелегальное казино ежедневно посещали около 35 человек. В момент проведения оперативного мероприятия в здании находились 4 человека из персонала, а также 8 посетителей. Во время обыска полицейскими изъяты 20 единиц игрового оборудования, средства связи, денежные средства, полученные от противоправной деятельности в размере более 60 тысяч рублей и бухгалтерская документация. Проведенной экспертизой установлено, что изъятая техника предназначена для проведения азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. На основании собранных сотрудниками полиции материалов Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о незаконных организациях и проведении азартных игр.